сообщает ТАСС о заявлении директора РФ разведки внешней службы, что ситуацию вокруг Украины невозможно сдвинуть с мертвой точки. Я это знал давно, а потому давно внимания не обращаю на ситуации вокруг Украины, в частности. Все остальные люди, как слепцы из притчи о слепцах и о слоне, картины общие видят лишь кусочки. Но больше все-таки именно из-за непонимания людьми. Пословицы, когда посте начало, то в голове мочало, связаны все ситуации вокруг Украины. Вокруг Украины неприятности. То есть, в общем, эта ситуация вокруг Украины уже решена. Все остальное, там бои где-то там, в одном месте, в другом, и так далее, пустяки.